Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Здесь находится холм Аль-Марва. Здесь паломники приходят и делают дуа. Стоят на холме Аль-Марва, поворачиваются в сторону Кыблы. Вот здесь даже полоски специальные подсказывают. То есть мы сюда встаем и делаем дуа. Ля илляха илляллах вахдаху ля шарика лях, лахуль мульк, ва лахуль хамд, ва ху аля кулли шейн кадир. Ля илляха илляллах вахдах, анджаза вахдах, ва насара абдах, ва хазам аля хзаба вахдах. Потом поднимаем руки и делаем дуа. Делаем дуа. Раббана атина фид дунья хасана, фил ахирати хасана, ва кина азабан нар. Раббана ля тузигх кулубана баъда ид хадайтана, ва хаб лана мин ладунка рахматан, иннака антал ваххаб. Разные дуа. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям делал разные дуа. Потом опять опускаем руки. Опять говорим: ля илляха илляллах вахдаху ля шарика лях, лахуль мульк ва лахуль хамд, ва хуа ля кулли шейн кадир. Ля илляха илляллах вахдах, анджаза ваадах, ва насара абдах, ва хазама ля хзаба вахдах. И потом опять руки поднимаем и еще раз делаем дуа. Много делаем дуа, как делал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И лучше делать дуа, одно дуа, по три раза, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям любил говорить истихфар три раза и любил делать дуа по три раза. Потом опускаем руки и делаем третий раз зикр, и потом идем. Итого получается, что мы три раза делаем зикр. Ля илляха илляллах вахдаху ля шарика лях, лахуль мульк ва лахуль хамд, ва хуа ля кулли шейн кадир. Ля илляха илляллах вахда, анджаза вахда, ва насара абда, ва хазама ля хзаба вахда. Вот это мы делаем три раза без поднятия рук. А между этими зикрами мы делаем дуа. Итого получается, у нас два раза делаем дуа, три раза делаем зикр. Понятно, да? Вот такой вот здесь на Марва, на холме Аль-Марва, вот такой вот вид зикра нужно делать. Итак, это вот Аль-Марва. Идем на Ас-Сафа. На Ас-Сафа то же самое. Также поворачиваемся в сторону Кыблы, делаем зикр, потом поднимаем руки, делаем дуа, потом опускаем руки, делаем опять зикр, потом опять поднимаем руки, делаем дуа, и потом опускаем руки и делаем зикр, и идем, вот это мы сейчас идем с Аль-Марва на Ас-Сафа, и во время даже вот этого сая, это называется сай, проход. То есть пока мы идем до Аль-Сафа, мы делаем зикр, мы делаем дуа, мы читаем Коран, мы много просим у Аллаха Субхана ва Тааля все, что у нас на сердце тут набралось, накипело или еще что-то. У кого какие требования, у кого какие есть пожелания, все просим у Аллаха Субхана ва Тааля. И идем. Во время этого ибадата, так же, как и во время тавафа, не надо ничего постороннего делать. Не надо разговаривать о пустом. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что во время тавафа пусть человек говорит благое, либо делает дуа. То есть здесь это как молитва. Здесь ты должен просто посвятить себя полностью дуа, полностью общение с Аллахом, а не с общением там с другом, с товарищем или там по телефону там селфи там или еще какие-то там отвлекашки. Этого все это не стоит делать, а просто заняться поклонением Всевышнему Аллаху. Баракаллаху фикум ва джазакум Аллаху хайран.